Несколько отборочных туров и более 250 соперников за место в финале. В марте в молодежном центре «Химик» жюри нелегким решением выбрало участников апрельского гала-концерта «Студенческая весна-2015». А 8 апреля состоялся и сам финал омского этапа. Далее выступление на российской студенческой весне. Конкурсе, который ежегодно шагает по стране, чтобы отыскать талантливых певцов, танцоров и артистов из числа студенческой молодежи. Со всех регионов это порядка более 50 тысяч принимает участие. На финал, который в этом году пройдет в городе Владивосток, планируется, что приедут 4 тысячи участников со всей страны. В гала-концерте выступили лучшие из лучших. Вокалисты исполняли свои композиции и перепевали классику. Начинающие операторы снимали сюжеты, а танцоры старались удивить жюри оригинальными постановками. А для некоторых студентов конкурс стал уже доброй традицией. Участвую не впервые. Раз, наверное, четвертый раз, последний курс вот участвую. Исполняла песню «Уитни Хьюстон». Для меня участие в этом конкурсе – это прежде всего поддержать свой университет. Это уже стало традицией. Вот. Ну и проявить себя в очередной раз. Результатом сложной работы жюри стало вручение гран-при, которое завоевал танцор из Сибади Антон Шмидт. Кроме того, от Омской области на финал во Владивосток смогут отправиться 58 лауреатов. Это человек, который пишет как бы уже 4 года в одном и том же направлении, как бы это посвященное стихотворение жертвам геноцида армянского народа. Тем самым я пытаюсь народу преподнести боль своего народа, показать то, что боль моего народа – это не только наша боль, это боль всей планеты, всего мира, так как такое может произойти с любым народом. Остановить как-то, помочь, предотвратить преступление против человечества. Финал конкурса пройдет в середине мая. И во Владивосток съедутся победители со всех регионов страны, отобранные из 1,5 миллионов участников. И все шансы стать одним на миллион есть и у омских талантов.